На привокзальной площади города Одинцово прошла проверка технического состояния автобусов, обслуживающих регулярные маршруты. Участие в проверке принимали представители областного управления регионального административно-транспортного контроля и сотрудники Одинцовской ГИБДД. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений, связанных с износом резины и некорректной работой внешних световых приборов. Инспекторы ГИБДД составили 5 протоколов о наложении административных штрафов.